Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Как всегда, хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, чтобы они подписывались на YouTube-канал Радио НВ, а также на YouTube-канал Давида Шарпа. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Понятно, что хочу начать наш разговор с результатов голосования в эту субботу. Увидели мы, что в Палате представителей наконец-то проголосовали за выделение помощи Украине, там около 61 миллиарда долларов. В целом это и военная помощь, и финансовая помощь. Как вы считаете, вот если говорить о военной помощи, после того, как все формальности будут завершены, будет еще голосование в Сенате, президент Джо Байден должен это подписать, что должно быть первым, что должно поступить в Украину? Какая ваша оценка? Во-первых, первым должно поступить то, что, о чем должны были просигнализировать украинские власти, украинское командование Соединенным Штатам. То, чего не хватает буквально срочно. Мы, конечно, можем сделать некие банальные предположения, да, например, ракеты для систем Патриот, например, снаряды артиллерийские и так далее, артиллерийские орудия. БМП Брэдли, то есть много можно сделать, и скорее всего мы в той или иной степени не ошибемся, но на самом деле здесь информация более-менее конфиденциальная. То, чего не достает в буквальном смысле здесь и сейчас, это должно быть отправлено, я думаю, что это согласовано на уровнях между сторонами. И мы, конечно, имеем в виду вещи, которые можно сразу применить на фронте или почти сразу. Потому что кое-что, например, когда требуется условный батальонный комплект какой-то техники, ради чего нужно посылать украинцев обучаться за границу, это занимает несколько месяцев. Тут тоже эти процессы можно ускорять, но это в любом случае не то, что принято говорить здесь и сейчас. Здесь и сейчас я могу предположить, что это всякого разного рода боеприпасы и отдельные элементы техники, вроде артиллерии или вроде за каких-нибудь запчастей интересных. Вот что-то такое, но это безусловно согласовано. Я, кстати, еще один момент хотел бы отметить, что в тот момент, когда стало известно, что пакет 100% проходит, с этого момента украинское командование не должно дожидаться физического прихода техники и боеприпасов, который займет по каким-то наименованиям, может быть, несколько дней, по каким-то пару недель, а может расходовать безлимитно, ну, безлимитно относительно, то, что было в загашниках. То есть, например, если снаряды экономили по некому лимиту до сих пор, однако понятно, что экономить экономили, но запасы оставались на черный день и на случай, если пакет задержится или, не дай бог, вообще не будет. То сегодня, даже дожидаясь еще неделю-другую по прибытию снарядов, вполне можно эти лимиты снимать, не только можно, но и нужно, понимая, что они все равно прибудут. А тратить можно запасы здесь и сейчас, так что по многим наименованиям я предположу, что вот этот эффект получения пакета, он должен ощутиться, если были лимиты и была экономия, то они должны быть отменены сразу, и эффект, соответственно, должен быть сразу. Это, кстати, очень логично, то, что вы говорите. Действительно, мы понимаем, что лимиты эти были установлены. Мы получали такие подтверждения из официальных сообщений Генштаба, что действительно, ну вот, есть возможность вот столько, например, делать артиллерийских выстрелов в день. Сейчас мы понимаем, что главная задача вооруженных сил Украины в том, чтобы стабилизировать фронт, остановить наступление российских оккупантов. Согласны ли вы с тем, что действительно это задача номер один сейчас? Эта задача была всегда главной. Это абсолютно главная задача всегда. Только вот инструментов для этой задачи было меньше. А кроме того, была неизвестность. Что это может быть еще более важно. Неизвестность говорит о том, что если тебе не будут поставлять оружие или боеприпасы в течение года, то даже имея сейчас много инструментов, ты должен экономить их не из соображений, что через месяц все будет хорошо, а из соображений, что может быть через полгода все будет хорошо, а может быть хорошо не будет. И тогда вообще нужно растягивать непонятно как.
Поэтому задача не менялась, а вот инструменты добавляются, и добавляется уверенность в себе на ближайшие, уверенность в силах и запас прочности на ближайшие много месяцев. Почему я говорю ближайшие много месяцев? Потому что когда начнет маячить следующий год, президентские выборы в США, снова, вероятно, нужно будет, ну, опять-таки, посмотрим, что будет к тому времени, но действовать осторожнее и прикидывать, а вдруг... придерживать какие-то запасы, а что делать именно так, если есть какие-то риски. Но это будет потом. Кроме того, Европа должна добавить в производстве за это время, да и, возможно, что еще изменится в США. В любом случае, сейчас выполнение задач должно быть облегчено, вот тех самых основных задач, потому что ограничения в значительной степени спали, и уже фактически спали по тем наименованиям, что в Украине есть. Ну а те, что еще поступят, условно, ракеты «Атакс», ну, когда поступят, тогда ими можно воспользоваться. Слушайте, ну вот я хотел как раз спросить ваше мнение по поводу того, как вы поняли этот пункт в законопроекте про помощь Украине, про ракеты «Атакс», в том смысле, что там такое примечание, что президент США может решить, выделять их или не выделять, в зависимости от того, угрожает ли это национальной безопасности США. Тут мы возвращаемся снова к вот этой политике красных линий, к политике эскалации. Так ли это? По сути, этот пункт имеет декларативное значение всего лишь. То есть он продемонстрировал некое желание, и то такое осторожное желание, ну, скажем так, палаты представителей, в том, чтобы атакам с Украины были поставлены. Однако все по-прежнему в руках президента Байдена и его окружения, которое влияет на принятие им решений. До сих пор, хотя поставлены были кассетные атакам с дальностью 160 километров, и они нанесли России серьезный удар, урон, как минимум в одном, а говорят и в двух случаях, а может и в большем количестве случаев. Здесь все упирается снова в личное решение президента. И вот эта оговорка про национальную безопасность, ее можно в двух аспектах рассматривать. Первое, если президент побоится, ну, скажем так, слово «побоится» не очень правильное, продолжит опасаться эскалации с Россией и посчитает, что поставка атакам к такой приведет, значит, это навредит безопасности США, и значит, он может их не поставить. Вариант номер два, он может не поставить их под предлогом того, что их станет мало, и какие-то угрозы безопасности США, скажем, со стороны Китая, должны быть парированы, в том числе и при наличии большого запаса атакам. В общем, это я специально иллюстрирую, почему он может отказать. Причин не поставить, если мы подойдем так с точки зрения более смелой несколько политики Соединенных Штатов, которая пока отсутствует, то не вижу причин не поставлять. И небольшое относительно количество этих ракет с унитарной боеголовкой, ну скажем так, от многих десятков до пары сотен, это вполне реалистично в плане принятия решений насчет поставок Украины. Я уж как-то, когда-то я уже прогнозировал, мне казалось, что Байдена, что называется, додавят еще прошлым летом насчет атак, и на этот счет были свидетельства серьезных СМИ из источников из Пентагона, что вот уже все на мази. Но просчитался не только я, поэтому я уже не берусь прогнозировать. Все же осторожно скажу, что думаю, они будут, но поживем увидим. Да, мы видели много раз, как Байден менял свою точку зрения. Там мы уже помним о том, что танков никогда американских не будет у вооруженных сил Украины и, конечно же, и истребителей. Вот про истребители все-таки хочу чуть-чуть поговорить. Мы сейчас действительно видим ситуацию, когда, ну вот как минимум на год у наших защитников есть вот эта уверенность в себе, как вы сказали. Как этой уверенности добавляют F-16? Мы, кажется, до сих пор не понимаем до конца, сколько их будет и где они будут размещаться. Где они будут размещаться, это уже сугубо... Ну, мы понимаем, что они будут размещаться в Украине, они не будут стартовать с иностранных аэродромов, как предполагали или предполагают некоторые в России. Они будут располагаться в Украине на оперативных аэродромах. Все упирается в количество персонала на самом деле. То есть, в принципе, партия может быть первая теоретически. Будь у Украины достаточно летчиков, скажем, 40 пилотов, способных эффективно эксплуатировать истребители,
не было бы никаких причин не поставить Украине, ну, соответственно, конечно же, наземный персонал. Но я скажу, что наземного персонала тоже успели обучить. И тогда бы не было бы проблем поставить Украине, скажем, единовременно 30 самолетов. И, в общем-то, такие поставки готовы технически. Проблема в том, что боюсь, что 40 пилотов по итогам первых этапов обучения Украины на первом этапе не будет и вообще займет относительно немало времени, когда до этой цифры удастся дойти. Самолетов же должно быть меньше, чем пилотов. Не может быть ситуации, когда их одинаковое количество или наоборот, ну хотя бы потому, что они просто будут простаивать. Да? Причем простаивая, они еще попадают под угрозу быть уничтоженными, рисков больше, для России они будут приоритетными. Поэтому информация секретная, но я предположу, что если, скажем, в течение лета или в течение ближайших пару месяцев будут выпущены, скажем, 12 пилотов украинских, то я отталкиваюсь пока именно от пилотов, то 6, 8, 10 самолетов, что-то в таком роде, будут поставлены в тот момент, когда пилоты будут готовы и когда будет готов наземный персонал и наземная инфраструктура. По вот этим двум моментам я и скажу, что они обязаны быть готовы. И вот такие количества. А дальше, наращив, в зависимости от количества выпускаемых пилотов, будет наращиваться число самолетов. Так что минимум в самом начале от нескольких до, не знаю, десятка с небольшим, и далее потихоньку рост. И в скобках держим, что если самолеты будут интенсивно применяться, в том числе в районе линии фронта, вероятность потерь, конечно, тоже будет достаточно высока. Понимаю, о чем вы говорите, но вот, опять же, мы уже из разных источников видим информацию, слышим информацию о том, что российская оккупационная армия планирует наступление на май-июнь. Это подтверждает, среди прочего, Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины. Он дал вот буквально недавно интервью нашим коллегам из BBC Украина, прокомментировал, да, вот как раз то, что стоит ожидать. Я сейчас это процитирую. Он говорит: «Нас ждет довольно тяжелая ситуация в ближайшее время, но она не катастрофическая. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить, но проблемы с середины мая будут. Это и о фронте в том числе, это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они производят, ну, планируют комплексную операцию. Не будем мы об этом долго говорить, но это трудный период, середина мая, начало июня». Как, на ваш взгляд, вот это наступление российских оккупантов меняет то, что то, о чем вы сказали в самом начале, что теперь Украина, даже не дожидаясь вот этих новых военных пакетов помощи от США, может использовать все, что у них в загашнике? То, что есть в загашнике, во-первых, и придут, начнут приходить. Мы исходим из того, что во вторник Сенат утверждает, плюс-минус вторник, среда, формальный старт. И с этого момента берет неделю, скажем так, для простых, для таких боеприпасов и всякого рода простых вещей. Плюс-минус неделю берет, чтобы это оказалось на фронте. Так что к маю в любом случае важные вещи на фронте появятся из того, что должно быть поставлено американцами. Значит, ситуация на самом деле она и сейчас уже сложная. Россияне продолжали наступать на фоне вот этих вот лимитов украинских, на фоне психологических, в общем-то, неприятностей. Я имею в виду психологические неприятности. Я рассматриваю именно вот этот момент, когда неизвестность по поводу американского пакета, когда будет, не будет, а если будет, то когда. Это тоже очень серьезно давило, в том числе на индивидуальном уровне, на людей. Я даже в буквальном смысле знаю. Так вот, наступление на самом деле идет. И я не очень, честно говоря, понимаю, что подразумевает, в том числе с определенным небольшим продвижением. С начала мая или с середины мая, начала июня, возможно, как мне видится, некоторое усиление давления и активизация, и более серьезные попытки продвинуться. Пока я не могу сказать, я в отличие от разведслужб не имею секретной информации перед глазами по поводу каких-то значительных группировок российских, которые где-то накопились, подчеркиваю, значительных, которые где-то накопились и готовы решительно вступить в бой, скажем, с середины мая и резко повысить вот тот натиск, который уже имеется. Если это так, но опять-таки, тут опираясь на открытые источники, кроме вот этих намеков, что будет в мае что-то такое, а в июне это такое,
Тут я ничего не могу добавить. Если они есть, значит, мы увидим увеличение натиска. Что касается комплексного подхода, я могу предположить, что подразумеваются возможные удары по украинскому тылу дополнительные, что, впрочем, с другой стороны, имело место, и все это помнят, особенно в марте и начале апреля. Ну а украинская сторона получает, еще раз скажу, дополнительные возможности, которые, кроме сугубо пополнения складов и снятия лимитов относительных, будут еще и по технике кое-какие возможности, насколько я понимаю, потому что в срочном порядке, если нужно, допустим, там несколько десятков орудий, например, прямо здесь и сейчас, и есть персонал, то это может быть поставлено легко. Или комплект Брэдли для тех, кто уже обучился, но их техника неисправна или потеряна была, резко усилить их вот таким вот тоже способом. В общем, а далее некоторое усиление будет, конечно, растягиваться по времени, эффект от него тоже будет растянут по времени, но он, несомненно, будет. Тут никаких вопросов быть не может. Вы знаете, вот еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, она такая на уровне все-таки слухов, это издание «Новая газета Европа» в очередной раз подняла тему здоровья Рамзана Кадырова, чеченского диктатора. Мы много говорим о том, что, конечно, очень бы хотелось Украине увидеть дестабилизацию в середине России. Мы видели подобные эпизоды, опять же, то, что происходило с, господи, я как его, Пригожиным и его так называемой частной военной компании «Вагнер», но вот помним историю, перед глазами у нас фактически, да, то, что происходило в Чечне, первая и вторая российско-чеченские войны. Так вот, «Новая газета Европа» сообщила о том, что якобы вот еще с 19 года Кадырову поставили там смертельный диагноз, что-то там некроз поджелудочной железы, и вот умственные способности уже его, в общем, на нуле и так далее. Короче говоря, есть эта проблема. И у меня тут вопрос к вам, конечно, как к военному эксперту, не про политику мы с вами будем говорить. На ваш взгляд, вот Кадыров как, ну, один из идеологов российско-украинской войны, как поставщик пушечного мяса, в конце концов, как большой тиктокер, насколько важным компонентом вот этой войны он является, на ваш взгляд? На мой взгляд, не важным компонентом. С точки зрения, ну, идеологом я бы его не называл. Кадыров и идеология — это вообще не совсем состыковывается понятие. Пушечного мяса как раз в том-то и дело, что не особо-то он и поставлял. То есть его бойцы, которыми он всегда хвалился, и в которых в том числе очень немало вкладывалось, и, кстати, неплохо экипированы в сравнении с усредненным российским военным, они как раз были периодически замечены на поле боя, но очень неактивно. Именно оттуда пошли тикток войска определения, и когда они под Киевом попали под раздачу, с тех пор их не особенно много видели. А вот эти подразделения «Ахмат», которые часто задействованы на фронте и в том числе и достаточно важную роль играют, как правило, состоят не из чеченцев. То есть они, чеченцы там, и это я сведения черпал в том числе из украинских источников, вполне осведомленных, так вот они-то как раз не чеченцы, а скорее они через вот эту структуру, обучающие структуры Чечни, через какое-то финансирование таможня попадали на фронт, а в большинстве своем, исключая командиров и отдельных лиц, и, может быть, среднего командного звена, они как раз набраны добровольцы-наемники с миру по нитке. Ну, я имею в виду не с миру, а как раз из других регионов России. То есть, по большому счету, нельзя сказать, что, собственно, чеченцев Кадыров массово отправлял на фронт. Нет, наоборот, есть даже ощущение, что там было очень серьезное торможение в этом плане. Финансирование, ну, тут вопрос такой, да, ахматы эти финансируются или как-то проходят подготовку через так называемый российский институт спецназа, университет спецназа, но это все в итоге все равно же изначально федеральное финансирование, это же не то, чтобы он какие-то собственные средства извлекал. Поэтому Кадыров такая фигура очень визуализированная, привлекающая внимание. Много чего о нем говорят, всякого рода и свары, в том числе и чеченских командиров с Z-патриотами, чего только не было, и с Пригожиным в свое время. Но если реально смотреть на вещи из Чечни, если мы говорим отборных, так сказать, боевиков, кадыровцев, поступало на фронт мало и не особо поступает, и если да, то они где-то в глубине на второстепенных участках. Деньги исходят все равно от Кремля, по большому счету. Так что Кадыров гораздо более на слуху, чем он того заслуживает в этом плане.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, опять же, мы же видим такую тотальную лояльность к Путину. Как он там, верный солдат или как его называют? Верный пехотинец Путина. Верный пехотинец. Я же говорю, знаковая фигура, очень публичная. Однако есть практическое значение, есть вот медийное обсуждение. В данном случае больше медийного и больше слов, чем дел. Да-да, он этим и как раз известен. Больше писать или разговаривать, чем что-то делать. Еще одна новость, которую мы получили в контексте вот как раз выделения дополнительной помощи от США Украине, это то, что могут отправить дополнительных военных советников в Киев. Ну, в Киев имеется в виду, конечно, в Украину. Говорят о том, что их количество может достичь 60. Это заявил спикер Пентагона, такой Патрик Райдер, генерал-майор. Какую роль могут эти советники играть? И опять же, я вот чего не понимаю, а как связан пакет помощи с тем, что дополнительных советников? Это, то есть их оттуда же будут финансировать? Ну, кстати говоря, ведь пакет помощи подразумевает разного рода статьи расходов, в том числе активность США в Европе. И не только в Европе, это означает, например, и учения, и какие-то совместные действия, и, возможно, даже командировки отдельных американских военнослужащих в Украину. А в самом деле, им же нужно проживание платить, нужно за билеты, кормить опять-таки человека. Так что смех смехом, да, хотя это незначительная статья расходов на 60 командированных, да, или даже на 160, но тем не менее это факт. Прямой связи здесь не обязательно бы должна была быть, но в этом контексте есть. И кроме того, ну а что говорить о причинах? Значит, причины могут быть какие-то внутриамериканские, во-первых, для того, чтобы американцы, например, лучше понимали, что происходит. Им желательно, может быть, это я предполагаю, иметь больше каких-то представителей прямо на месте, которые будут докладывать, куда надо и как надо. И, конечно же, какая-то помощь украинцам, дополнительная помощь украинцам. Это может быть на уровне, в буквальном случае, микро, какие-то сугубо техническое содействие с какими-то системами или с какими-то областями вооружения и какими-то областями деятельности. Либо это может быть что-то консультативное. То есть я бы смотрел вот так вот в комплексе. И для собственной осведомленности, и какая-то помощь украинцам непосредственно на местах. Ну а касательно помощи украинцам, это, конечно же, вещи только, которые могут быть согласованы. Да? То есть, например, если украинская сторона желает видеть пару-тройку вот специалистов в такой области, которые не по скайпу будут, например, что-то пытаться объяснить, а вот могут на месте, это я опять-таки предположительно, то вот вам, пожалуйста. Так что вот где-то так. Ну и в плане командировочных, да, получается, связано с принятием пакета тоже. Да, мы понимаем, что это, ну, в общем, не из воздуха они прилетают, вряд ли на них тратят все 60 миллиардов, опять же, ну, конечно, это, конечно, такая шутка, может быть, и неуместная. Хочу вернуться к интервью Кирилла Буданова, он в том числе комментировал, конечно же, и то, как был сбит российский Ту-22М3, мы увидели это на прошлой неделе, помним, что этот российский бомбардировщик использовали как раз для того, чтобы обстреливать Украину. Значит, Буданов говорит о том, что, значит, мы долго ждали, готовились, наконец смогли. Говорит, что не хотел бы раскрывать детали. Могу единственное сказать, это цитата, самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Одессе будет намного легче сейчас, потому что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22. Ну вот они несли самое большое разрушение городу. Мы помним о том, что в самом начале намекали на то, что это якобы С-200. Судя по тому, что говорит Буданов, нет, это никакие не С-200, как вы считаете? Знаете, тут я как раз не был бы таким оптимистом по поводу Одессы, я начну с этого, потому что ракеты Х-22, применяемые этими бомбардировщиками, имеют дальность до 600 километров. И, соответственно, атаковать Одессу, если мы говорим даже о том, что у украинцев появилась более-менее эффективная система ПВО, способная доставать самолеты на 300 с небольшим километров, да, это должно заставить российских пилотов меньше рисковать и отойти дальше. Но для Одессы и кое-каких других мест в любом случае у них есть запас по дальности. Надо смотреть правде в глаза. Мне кажется, что это именно так. Причем, неважно, это касается и других городов. Но даже тот факт, что они вынуждены еще несколько отступить будут, хотя бы даже на десятки километров, выводит из зоны поражения какие-то десятки километров другой территории. И это уже плюс. Кроме того, что нанесены потери, это такой символический и знаковый удар.
Значит, сложно мне, я в недоумении. Значит, чем, если каких-то не придумывать каких-то фантастических сценариев, значит, я не могу поверить, это, на мой взгляд, абсолютно исключено, чтобы систему Patriot доработали, и она увеличила дальность почти в два раза и достала до 300 с небольшим километров. Из всех идей, когда мы, если мы не берем дружественный огонь или что-то совершенно из ряда вон выходящее, то из всех каких-то идей более-менее реалистичных все равно приходит в голову, когда сбит огнем украинцев, приходит в голову С-200. Значит, тем более, что мы точно знаем, что С-200 в Украине активировали на 100%, как минимум для стрельбы по наземным целям. Мы об этом многократно слышали и знаем, это подтверждено. Более того, я даже не исключаю, что имели случаи стрельбы по воздушным целям. Ну, в те вот случаи, что мы считали стрельбой по наземным, они были стрельбой по воздушным, но так как они не попали, то думали, что использовали С-200 как вот баллистическую ракету для удара по земле. Хотя при стрельбе по воздушным целям она должна самоликвидироваться, и если она исправна, то на землю в целом виде не падает. Так вот, я предполагаю все же доработку какую-то, вернее так, оживление и, возможно, какую-то модернизацию С-200. Дальность 300 с небольшим километров — это какая-то верхняя, очень серьезная, но верхняя граница возможного применения С-200 по высоколетящим воздушным целям. В любом случае, у меня немало вопросов по этот счет, потому что и 307 километров — это очень много вообще, даже для С-200. И потом С-200 — это не мобильный, а стационарный огромный комплекс, которые непосредственно у линии боевого противостояния на ЛБС поставить можно, конечно, но, скажем так, и держать неделю в засаде. Но риски быть замеченным, мягко говоря, очень велики. В общем, а тут много вопросов, как это могло быть сделано, что это было. Но если уж что-то подозревать, то, видимо, все же какой-то доработанный и несколько видоизмененный С-200. Надеюсь, когда-нибудь будет пролит свет на это. Я подчеркиваю, если я не исхожу из версии дружественного огня или чего-то совершенно такого маловероятного. Ну, опять же, мы ждем того, чтобы больше было результативных таких выстрелов. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Давид Шарп. У нас далі новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.